Во Владивостоке прошел фестиваль спорта моря. Приморцы смогли увидеть мастер-классы по стрельбе из лука, спортивной гимнастике, футболу, баскетболу, триатлону, единоборствам и другим видам спорта. Организатором фестиваля стало Управление физической культуры и администрации города. Гости фестиваля могли попробовать пострелять из современного лука, погонять мячи на площадках по гандболу и футболу. Также работали площадки спидвейного клуба «Восток» и хоккейного клуба «Адмирал». Как отметил Константин Шестаков, такой фестиваль планируется проводить ежегодно. Мы хотели городу, родителям и, главное, детям показать все многообразие наших спортивных федераций и дать возможность детям выбрать или родителям для себя определить, а куда же в этом году стоит набрать своего ребенка. Также мэр города вручил награды сборной команде Владивостока, победителям и призерам международных спортивных игр «Дети Приморья». Ребята получили не только почетные грамоты, но и денежные призы. Как отметили юные спортсмены, спорт развивает физически, закаляет характер, учит не только побеждать, но и проигрывать с достоинством. Евгения Брыкина, новости на восьмом.